Меня зовут Варвара, мне 29 лет. Я работаю в компании Утконос менеджером по маркетингу Ромак. Я закончила университет в Канаде, прожила там 6 лет, после чего я вернулась и начала работать в рекламе. Меня зовут Дмитрий Лак. Есть несколько направлений бизнеса, которыми я занимаюсь. В частности, например, ателье индивидуального пошива одежды. Мне позвонили менеджер из Авилуны и предложил поучаствовать в сравнении моей X3 предыдущего поколения с новой моделью X3, чтобы я рассказала свои ощущения, чтобы посмотрела, сравнила машину, и также заодно съездить в Суздаль, проверить машину на дороге и приятно провести время в компании людей из Авилона и BMW. Для меня каждая любая возможность куда-то поехать и увидеть что-то новое, это определенная положительная эмоция. Как правило, я соглашаюсь на все, что близко. Во-первых, это любимая марка автомобиля. Во-вторых, это путешествие на машине за рулем. И в-третьих, приятная компания. Я могу начать с того, что мне всегда нравились BMW. У меня у папы были разные BMW, и тройка, и пятерка, когда я еще была маленькой, была у него такая красная купе, шикарная, она мне очень нравилась. Из всех марок, которые представлены на нашем рынке, мне всегда очень нравилась BMW и визуально, и как она как бы себя на дороге ведет, и как позиционирует себя бренд. Поэтому, когда я меняла машину несколько лет назад, я очень хотела BMW. И в тот момент я выбрала сначала для себя X2. Я посидела в X1, я посидела в X2, и я поняла, что в тот момент в X2 мне было комфортнее. Соответственно, когда принимала решение как раз-таки супруге поменять машину, я начала рассматривать BMW. И мы купили ей BMW 3 серии. Я могу сказать, что вот в тот момент я понял, что реально BMW – это машина, которая приносит удовольствие от управления, от эксплуатации, какие-то, во-первых, то, как она держит дорогу, да, ну, определенная модель, естественно, в сравнении с конкурентами. BMW откликается, BMW хочется управлять, на BMW хочется куда-то ехать. Наверное, год назад я начала думать о том, что я все равно, у меня всегда душа лежала именно к X3. Он мне нравился визуально, он не такой большой, как X5, но при этом как бы он достаточно высокий, мне нравится высокая посадка в машине. Просто идеальная машина, как по мне. Она высокая, она очень приятная на дороге, у нее хорошая звукоизоляция, она достаточно мягкая для BMW. Поэтому, когда у меня появилась возможность сменить машину, я, как бы не, вообще не раздумывая, хотела именно X3. Мы были в Суздале. Кстати, сегодня я бросал копья, стрелял из лука и из ружья. И понял, что как хорошо, что до этого в жизни я этим никогда не занимался. Дальше. Я сегодня узнал, как варится свинцовая пуля, если я правильно сформулировал. Казалось бы, из жидкости, которая горит на костре, моментально вообще в секунду может получиться пуля, которой можно убить человека.
сама полетит. Если с руки падает, будет вот так. Да, ну здесь угол получится. И целиться надо ниже мишени, потому что опыт очень сильно. Нет, фотограф нам еще пригодится. Вот, эту руку выше. И тащите, тащите прямо к глазу. Прямо к глазу, только эту руку ниже, под мишень. Вот, вот мишень, да? Ну, ты не тяните еще, что вы же здесь. Да? Конечно. Отличные два дня, ничего не могу сказать, мне очень понравилось и очень приятная компания, мы отлично провели время, посмотрели Суздаль на его достопримечательности, сходили на мастер-класс по гончарному мастерству, послушали про то, как все это делается, своими руками попробовали смастерить поделки, ездили по внедорожью, по брусчатке, тестировали машины. Машины себя прекрасно показали, но моя все-таки точно. Your mind wanders and your thoughts run wild, but I will walk beside you every mile. It ain't easy, but it's all worthwhile. I do it time again to see you smile. And when the words run out along with локации нашей съемки была около Красного Кремля. Один из кадров мы снимали, когда морда X4 висела, практически свесившись с обрыва. Я в этот момент почувствовал себя каскадером каких-то фильмов с участием Джеки Чана. Ну и красиво, правда красиво. В совокупности, как выглядит город, красиво то, что есть такие еще места, которые не затронула современная цивилизация. За эту поездку мы увидели BMW X4 практически во всех дорожных условиях, которые могут быть. И в каждой из своих стихий, если вот так там громко, машина показала себя максимально комфортно, приятно и без каких-то, наверное, недочетов. Очень приятные машины. Причем я это искренне говорю, мне очень нравится. Как они выглядят, как они едут, как ты чувствуешь себя внутри салона, как бы ты чувствуешь себя на дороге именно в образе этой машины. В первую очередь, эта комплектация чуть лучше, чем моя. Как бы тут сразу могу сказать, что тут шикарные сиденья, очень удобные. Вот мы уже едем, наверное, 2 часа, и у меня ничего не болит. Это хороший показатель. Тут следующего поколения система внутренняя, то есть тут больше возможностей, всякие CarPlay, очень приятный руль, очень хорошо ведет себя на дороге. Поскольку здесь 7-пакет, здесь, конечно, все шикарно, и прострочки, и кожа, и вот руль очень приятный, то есть его хочется вот прям держать и не отпускать.
На данный момент я на тесте нового X4 в комплектации M-Sport Pure. Почему так? Потому что я считаю, что вот прям голый автомобиль покупать, ну, важны опции. Да, то есть ты получаешь удовольствие не только потому, что ты знаешь, что у тебя X4, а ты получаешь удовольствие от того, как он выглядит внешне, от того, что у тебя написано M, от того, что он обшит кожей, от того, что у тебя приборная панель в коже, от того, что у тебя есть, например, такие приятные опции, как камера заднего вида, бесключевой доступ. Ну, какие-то такие вещи, которые, опять же, тебе доставляют удовольствие. То есть не только мысль о владении брендом, но и комфорт, которым ты пользуешься каждый день. Что хочется выделить? Во-первых, очень красивое сочетание цветов кузова салона, на котором мы сегодня едем, это синий на коньяке. На мой взгляд, это идеальное сочетание цветов. Цветной салон всегда красив. Всегда красив, богат, со временем не надоедает. Наверное, здесь дело вкуса каждого, я говорю именно про свое мнение. Мне кажется, что когда ты видишь глазами какие-то красивые цвета, то у тебя поднимается настроение. Если это твои цвета, то настроение поднимается вдвойне.